Приближается дата выхода на пенсию, а может быть, вы уже на заслуженном отдыхе? Так или иначе, пенсионная реформа, предложенная российским правительством, коснется всех. О повышении пенсионного возраста и других новациях отечественного законодательства в этой сфере в программе 15 мы поговорим с заместителем начальника отделения Пенсионного фонда России по городу Бердску Татьяной Кусовой.